Приветствую всех любителей игры Shadow Fight 3. Сегодня у меня для вас короткая серия по той причине, что я сейчас монтирую длинную серию, соответственно, много времени уходит на нее, но эта серия будет достаточно интересная для всех любителей замечательного мобильного файтинга Shadow Fight 3. В общем, эту серию я выложу завтра, завтра вы ее зацените. Ну, а сегодня тема моего выпуска такова, что я буду пытаться сегодня, как-то вот реально буду пытаться, скажем так, преуспеть, научиться умело управляться с ниндзято. Эпический ниндзято я получил, играя в Лисью Охоту, в новый ивент, который, хотя уже и не новый, все меньше и меньше дней остается до окончания этого ивента. В общем, на 40-м левеле награды Battle Pass в Лисьей Охоте я получил эпический ниндзято, и сейчас настало время опробовать его в действии. Я уже пробовал его в действии, но это прямо все было, знаете, начальные потуги, скажем так. Я более-менее сейчас вот как-то приноровился, хотя, опять же говорю, мало времени прошло, мало практики, и вот сейчас как раз-таки этот свой опыт я буду повышать. Итак, заходим в экипировочку, меняем мое любимое оружие, воздушный лотос, эпический цепной нож на эпический ниндзято. Так, хорош. И сразу же, собственно говоря, не будем долго тянуть за хрен енота. Ищем себе соперника. Shadow Master. Кстати, такая... А, нет, Shadow Dancer, по-моему, была игра раньше на приставке Sega, если кто помнит эту игру. Так-то все помнят, я думаю, Sega. Ой, в смысле, вот эти все приставки. Nintendo, NES, что там еще было? Ну, пока что вот так вот просто тупо зарубил, просто прожимая вот кнопку кулак-кулак и все. А что, если реально это работает? Ну, конечно, это всегда не будет работать. А вот сейчас можно классно сделать, да. Ну вот эта теневая способность просто супер, ребята. Вот чем больше играю с ниндзято, все больше и больше нравится мне этот стиль ведения поединка. Кстати, я скоро смогу, я думаю, что-то прикупить себе в магазинчике, но пока что повременим, пока что подеремся, прокачиваться будем потом, тоже покажу я, что я прокачаю. Амин, это имя такое есть, Амин, есть слово Аминь, это в молитвах православных, а есть имя Амин. Ну, если кто не знал, просто я думаю, у меня, наверное, в основном русскоязычная аудитория. Так, а давай вот этот вот прием. Опа! Салам алейкум, что называется. Амин, это, очевидно, какое-то имя, ну, типа, может быть, казахское. А может быть, и какое-то вот, я не знаю, таджикское, может быть, киргизское. Хорош. Победили Амина. Смотрим, кто же у нас будет следующий соперник. Хуман. Ну давай, Хуман. Ага, с когтями. Вот это, мне нравится удар прям, но он такой, что-то как будто не всегда им попадешь. Ой, хорошо-то как.
И вот этот... Ай, ну тут прям надо дистанцию выгадывать. Короче, да, тут практика. В любом деле, ребята, нужна практика. А что если сразу вот сейчас... Опа, ну проканала. Проканала. И вот так вообще огонь. Очень быстрая способность, очень крутая, такая зрелищная, эпичная. Смотрится прям дерзко. 398 побед, ребят, у меня. И настало время открывать сундук. Бонусную карту я тут рекламу смотреть не буду, нет желания. А вот эпический архивный сундук, конечно же, есть желание открыть. Выпадает какая-то хрень. Ну, как всегда, когда выпадает хрень, остается радоваться только золотым монетам. Теперь давайте подеремся в дуэлях не за сундук уже, а за золотые, за скилл, за отчизну, за умение владеть ниндзя-то хорошо. Дэн, 17-1-1-1-1. Давай сразу. Опа, тебе проткнем сейчас твои сапоги. Раз, раз. Вот так. О, пока горят, сейчас уничтожим его. Ему точно нужно будет к сапожнику после этого поединка. Так. На. И вот так заканчиваем этот поединок с Дэном. О, 399 побед, ну что, доведем до 400, наверное, и закончим эту серию. Я ее хочу сделать, ну хотел, по крайней мере, не знаю, как получится, не такой длительной, вот, ибо времени сейчас, конечно, не очень, можно забрать награду, ой, ну не люблю вот это вот, наборы колориста. Не особо они меня радуют. Так, давайте последнюю дуэль на сегодня. Сейчас прям максимально хорошо попробую поиграть. Конечно, еще много тренировок следует проводить. Ниндзя-то. Гост. Привидение. О, какие у него молотки. Так, давай сразу отпрыгнем от греха подальше. Так. Ну и, допустим, начинать поединок нужно вот так. Ой, блин. Если есть мастера, скажем так, с ниндзя-то, то пишите в комментариях, ребят, как нужно с ними управляться. Вот как начинать атаку, как вообще по ходу боя себя вести. Мне кажется, что вот это вот хороший удар. Ну, конечно, мне перк нужен, но нету пока, где я его возьму. И вот так вообще можно просто раз. Серия побед 400. Надо, наверное, сейчас как-то резюмировать все это дело под конец серии. Нравится. Нравится мне, конечно же, эпический ниндзя-то. Очень это такое здоровское оружие. Классно реально с ним управляться. Еще класснее было бы научиться прям с ним очень хорошо управляться. Ну, впереди еще будет много тренировок, ребят.
моих с этим оружием. Слава богу, сейчас пока что, ну не сейчас, а вообще, в принципе, серия побед у меня идет беспроигрышная. Пока что не проигрываю, буду пытаться играть все лучше и лучше. И эти серии буду выкладывать на свой канал. Кстати, вот в конце этой серии хотел донести до вас такую информацию, что месяц сейчас подходит к концу, 29 число сегодня, завтра 30, вот сегодня я серию выложил, завтра выложу, послезавтра тоже выложу одну серию, там 1 числа. В общем, я как обещал, что этот месяц я выкладывал серии каждый день, я это делал с завидной регулярностью, тратил на это время, но другое дело, что мне нравится этим заниматься, вот. Но начиная со следующего месяца у меня уже своих жизненных реальных тренировок будет побольше, и вследствие этого у меня будет времени поменьше уже на монтаж серий. Естественно, я как играл, так и я продолжу играть, вот, Shadow Fight 3, просто выпуски уже будут реже, может быть, они будут... Я очень сильно постараюсь, чтобы они были через день. Вот. Может быть, даже они будут, ребят, раз в 3 или в 4 дня. Вот. Не знаю, как это будет. Буду реально стараться почаще выкладывать. Вы, в свою очередь, меня можете как бы замотивировать, ставить лайки, вот, писать какие-то комментарии в поддержку. Вот. Естественно, лайки будут меня мотивировать, чтобы я быстрее как-то вот время находил на монтаж серий, вот, на их съемки. У меня реально, как бы, если сравнить с некоторыми другими, у меня хороший монтаж. Я не говорю, что прям супер-пупер, мега-экстра-класс, но все-таки монтаж он хотя бы есть, меня видно. Вы видите человека, ведущего канала. На некоторых других каналах даже не видно, кто вещает. Вот, и как-то все уныло, убого, склеено, сделано, у меня же нет, в принципе, нормально, как бы, я вообще пытаюсь создать очень хорошую атмосферу на своем канале, я сам по себе человек очень добрый, такой открытый, все мои друзья, у меня их много, они меня знают, вот, я хочу, чтобы такая же аудитория была на моем канале, чтобы все были хорошие, адекватные люди, но я уверен, они такие и есть. Вот. Вообще, Иисус, по-моему, говорил, что плохих людей нет. Вот. Если вы видите в ком-то какую-то кляксу, зло, то это зло, оно есть в вас. Вы, если даже оно есть, там чуть-чуть или много, избавляйтесь от этого. Вот. Ваши же негативные мысли, они будут вас сжирать изнутри, поэтому старайтесь быть добрее, и Вселенная, Всевышний вознаградит вас. Вот, ребят, на этом все. Я сказал, это было как бы, скажем так, заключение вот этого месяца. Я решил его подвести сейчас, потому что в завтрашней серии, в серии, которая выйдет первого, там особо никаких заключений не будет. Вот, потом серии будут реже, но, опять же говорю, вы можете меня замотивировать своими лайками, своей обратной связью, своей отдачей, чтобы я почаще делал. Все, ребят, на этом сегодня это все, что я хотел сказать. Всем мира, добра, там, удачи, позитива. Пишите положительные комментарии, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. До новых встреч!